Ребята, вы на канале Кабан из Пирога. Оверыш помогает. И с вами я, Рамир. И сегодня мы будем... Ёлки-палки, дождь. Простите, я кашляю. Сегодня мы уделаем этого слова продавца. Он очень бешеный и тупой. Знаете, почему ёлки-палки? А потому что он продает две палки за миллиард долларов. Вообще, ёлки-палки, долларов в Майнкрафте нету. Сейчас, ёлки-палки, я себе птичка сделаю, ёлки-палки. Ёлки-палки, хорошо, что они в креативе. Прости, пожалуйста. Нет, ёлки-палки нет. Ладно, все. Житель, можно мне, пожалуйста, один хлеб за 5 изумрудов? Ага, какой 5 изумрудов? Фиг тебе, не 5 изумрудов, гони миллиард алмазов. Вы это слышали? Так, а ну быстро! Ах так! Нет! Ах так, тогда скажи клей. Клей! Выбей баночку соплей. Да ладно, да. Бесплатно тогда, ёлки-палки. Ёлки-палки, бесплатно тебе надо, ёлки-палки. Все, дома потом просмотришь. Ёлки-палки. Вот, ребята, промзанул моего на бесплатные цены. Поболел немножко. Так, ёлки. Вот, окей, всё. А можно мне, пожалуйста, 2 алмаза? Миллиард изумрудов. Какой миллиард? Не могу назвать эту цифру. А цифра называется, ёлки-палки. 300 миллиардов, 300 триллион. Да сложно мне сказать, ёлки-палки. Чего? 2 алмаза вообще не с триллионами не могут стоить, ёлки-палки. Ах так. Ну тогда скажи. Лес. Лес. Ты работаешь, как юный балбес. О! Да ладно, не парень, да ладно, не керосин, ты чё ты, ёлки-палки, балуешь, ёлки-палки. А давай, если я уберу гром и дождик, ёлки-палки, сделаю день сам с помощью волшебства, ёлки-палки, то ты мне 2 миллиарда изумрудов, золота, алмазы, да вообще, ёлки-палки, триллионами. Так, ну давай, ёлки-палки, сейчас мы это делаем. Погоду. Мы сейчас, ёлки-палки, погоду уберем, ёлки-палки. Что, погода убирается, ёлки-палки? Ёлки-палки! Ладно, дома увидишь, все дома и дома. Да, да что ты такой? Ребята, вы спросите то, что я озвучиваю их? Ну, не совсем. Вот, я их не озвучиваю. Они моим голосом говорят. Да, я даже получше могу.
привет, ребята. О, как вам голос похож? О, похоже, браво, браво. Я даже вот похлопаю. Спасибо. Ну вот, мы его уделали, ребята. С вами я был, Рамир. Вы были на канале Кабан из Пирога. И всем пока-пока.